Наступний спікер розкаже нам, яким чином еквайринг та посттермінали можуть допомогти розширити ваш бізнес. І це буде Хомотова Катерина Володимирівна, керівник напрямку еквайринг Приватбанку Южного регіонального управління. Давайте поаплодуємо і зустрінемо. Здравствуйте. Сегодня я расскажу вам о текущем состоянии рынка пластиковых карт в Украине, отличительных особенностях посттерминала Приватбанка, а также о том, как с помощью этого устройства реально увеличить объемы продаж в ваших торговых точках. Ключевые цифры. 57,5 миллиона пластиковых карт находятся в обороте по всей Украине. В любой момент к вам может прийти клиент, который захочет рассчитаться картой. Более 100 миллиардов гривен доступны клиентам на пластиковых картах. Мы провели анализ торговых точек, которые несколько месяцев пользовались услугами торговая выручка или инкассация. Затем подключили эквайринг. В результате суммарная выручка клиента с учетом поступлений через посттерминал на 7% выше периода, когда посттерминал не был установлен. По данным наших клиентов торговых сетей, средний чек увеличивается на 21%. Исторический факт. В 2008 году на фоне всеобщего спада оборот по эквайрингу не только оставался стабильным, но и показывал небольшой рост. По нашим оценкам, в 2017 году более 200 миллиардов гривен потратят клиенты в эквайринговых сетях Украины. А вы готовы принять к оплате часть этих денег в своей торговой точке? Такого посттерминала нет ни у кого. Я знаю, как важно заменить ЧП торговой точки без снятия терминала или подключить несколько торговцев на одну машинку. И мы умеем делать это за сутки. Абсолютно бесплатно мы подключим вас к сервису «Учет рабочего времени» для того, чтобы вы могли контролировать время прихода и ухода своих сотрудников. Наш терминал пополнит ваш мобильный телефон мгновенно, а дополнительные программы «Бонус плюс» и «Оплата частями» помогут вам увеличить товарооборот. Нельзя не согласиться с тем, что 90% успешного внедрения всех ваших сервисов в торговой точке – это понимание и вера в продукт вашего продавца. Поэтому мы разработали для них специальную программу обучения. 1 час понадобится продавцу, чтобы обучиться основным функциям в работе посттерминала и качественно обслужить клиента. 100% новых посттерминалов Приватбанка оборудованы функцией бесконтактных платежей. Вы будете готовы обслужить самого продвинутого клиента. Недавно ко мне зашел клиент. Он потерял карту неделю назад и никак не мог отлучиться с работы для того, чтобы восстановить ее. Я спросила у него, а как же вы неделю без карты обходились? Ведь там вся ваша зарплата. Он говорит, ничего страшного, у меня через дорогу от дома магазин «Сельпо». Я пришел в магазин, взял товар, подъехал к кассе, девушка все просканировала и просит, дайте карту. Я зашел в «Приват-24». Ключ подключился, сделал платеж, поднес телефон к терминалу, оттуда вышел чек. Кассир не поверила, глаза ее полезли на лоб, она позвала администратора. Администратор обучение в Приватбанке проходила и платеж подтвердила. И говорит, действительно, можно платить так же и бесконтактно. Теперь, когда он приходит в магазин, некоторые кассиры просят, чтобы он подошел и рассчитался с ними по-модному. А некоторые клиенты даже спрашивают, а что это вы там такое интересное делаете? А теперь я хочу рассказать вам о нашем кэшбэк-сервисе «Бонус Плюс». Каждая карта Приватбанка имеет дополнительный счет «Бонус Плюс». Он пополняется тогда, когда клиенты рассчитываются в магазинах, подключенных к программе. На текущий момент 50 тысяч торговых точек в Украине – партнеры программы. А на счетах «Бонус Плюс» 472 миллиона гривен, доступных только для безналичного расчета. Так каковы же преимущества данного сервиса? Первое. Отсутствие расходов на организацию своей дисконтной программы. Второе. Инвестиции в будущую покупку. Клиенты с бонусами придут в вашу торговую точку и потратят больше, чем получили от вас. Третье. Это эффективное продвижение. Проведение индивидуальных целевых акций в рамках программы. На текущий момент 1 миллион клиентов в месяц участвуют в акциях «Бонус Плюс», а прирост оборотов торговой точки программы на 25-9% выше. Сервис «Оплата частями».
У каждой карты универсальной, кроме кредитного лимита, есть такой же лимит на покупку товаров и услуг в рассрочку. 71 миллиард доступных лимитов по сделкам оплата частями. 6 миллионов клиентов могут воспользоваться рассрочкой. А вот они, преимущества оплаты частями. Оформление покупки на месте без кредитного эксперта и документов. Только карта клиента. Все риски банк берет на себя. Платежи к торговцу поступают всегда и не зависят от своевременного погашения клиентам. Нет ограничений по товарной группе. Мы кредитуем клиента, а не товар. Таким образом, оборот в торговой точке, подключенной к оплате частями, увеличивается на 49%. А теперь давайте немного расслабимся и посмотрим ролик, в котором показаны все аргументы за расчет пластиковыми картами. Это Семен Семенович. Он делает все покупки исключительно с помощью наличных. А это Иван Иванович. Он пользуется картой. Давайте посмотрим, что удобнее, наличка или карта. Например, простая покупка в магазине. Семен Семенович заплатил за товар наличными. Окей. А Иван Иванович рассчитался картой. Вроде одинаково удобно. Но дело в том, что Иван Иванович, когда рассчитался картой, получил бонус 5% от суммы покупки и остался в выигрыше. Так что Семен Семенович пока что проигрывает. Двигаемся дальше. Случилось неприятное. Оба героя потеряли свой кошелек. Иван Иванович по звонку спокойно заблокировал свою карту. И никто не сможет ей воспользоваться. А у Семен Семеновича в кошельке была месячная зарплата, и ее уже не вернуть. Ему стоит только посочувствовать. Счет 2-0. Следующая ситуация – поездка за границу. Кроме того, что Иван Иванович забронировал гостиницу и купил авиабилеты, не выходя из дома, он также спокойно арендует автомобиль, покупает сувениры, оплачивая все картой. Счет 7-0. А где же Семен Семенович? Видно, что с наличкой ему пришлось помучиться. И опять-таки есть риск повторно потерять кошелек со всеми наличными. Лидер определен. Хотя бывают, конечно, моменты, когда наличные лучше иметь под рукой, но не всегда. Оцените преимущества использования карты. Подробнее на нашем сайте. Сегодня мы с вами поговорили о текущем состоянии рынка пластиковых карт в Украине, отличительных особенностях посттерминала «Приватбанка», а также о том, как с помощью этого устройства реально увеличить объем ваших продаж. Надеюсь, вы в кратчайшие сроки сможете сумеете грамотно воспользоваться нашими уникальными инструментами и увеличить продажи в ваших торговых точках. Спасибо за внимание, успеха и процветания вашему бизнесу!